Друзья, всем привет! Канал Карима Проверь, канал обо всем. Сегодня я хочу вам рассказать и показать игрушки, елочные игрушки. Игрушки, сделанные в СССР, во времена СССР. Вот такой сет я собрал из игрушек, которые относятся тематически к чаепитию, к самоварам и чайникам. Давайте мы посмотрим, что же у нас здесь есть. Посмотрите, расписной цветной самовар с чайником наверху. Трубочка немножко сколота. А так, самовар прекрасен. Прекрасен. Замечательно. Утраты краски нет. Следующий самовар. Вот такой. Маленький. Смотрите. Почти идеальный. Только амальгама немножко потускнела внутри. Вот такой самовар с чайничком. Ручки, носик, носики. Все в идеальном, замечательном состоянии. Большой самовар. Большой самовар. Здесь печаль только одно, трубка у нее имеет дефект. А так, если посмотреть, ручки, носик, носик на чайнике и ручка чайника в идеальном состоянии. Это мы про самовары. Давайте посмотрим чайники. Здесь 4 чайника. Посмотрите. Вот такой расписной с рисунком чайник. Идеальный. Такой зеленый чайник. Тоже все идеально, все на месте. Ручки, носик. Имеем еще 2 небольших чайника. Серебристый. Вот такой. Тоже все идеально. И маленький чайничек золотистый. Все в идеальном состоянии. Друзья, напоминаю, канал Карима Проверь, канал обо всем. Спасибо, что были на моем канале. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.